Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Motorola Moto G 5G включить ночной режим. Заходим в настройки. Далее. Экран. После чего нажимаем на ночной режим. Можем активировать по расписанию, либо же от заката до рассвета. Давайте выберем никогда. Нажимаем включить и можем настроить его интенсивность. После чего можем его точно так же отключить. Гораздо быстрее данный режим включается, если мы просто опустим шторку и нажмем здесь на ночной режим. Отключается он точно так же. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!